Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валерий Семин. Приветствую вас всех на моем YouTube-канале. Знаете, я сегодня хочу посвятить это видео разбору одной песни, которая стала популярной, которая ушла в народ. И мне, как композитору, это очень приятно. Эта песня называется «Ах, как сердцу хочется». Музыку написал я, а стихи написал мой земляк из Новокуйбышевска Иван Бардин. Нам с Иваном Бардином очень приятно, что песня ушла в народ, ее поют с удовольствием и аккомпанируют себе и на баяне, и на гармошке, и на гитаре, и на фортепиано, и просто поют акапелла. Это очень и очень приятно нам, как авторам этой песни. Вот. Но мне поступает очень много писем, в личные сообщения пишут, что напиши ноты, давай сделать разбор этой песни, чтобы было понятно всем. И тем, кто знает нотную грамоту, и тем, кто ее не знает. После того, как я все это разложу по полочкам, так аккуратненько, так очень подробненько, то будет всем абсолютно понятно, и все смогут эту песню с удовольствием петь, даже не зная нот. Я помню времена, когда приходилось бежать в магазин, покупать нотные тетради, и иногда их просто не было возможности достать в магазине. А сейчас на сайте можно скачать. Есть такой сайт, называется «Музыка Нео». Вот. И там можно распечатать любые нотные листочки. И вы просто пишете в поисковике, там в Яндексе, например, или в Гугле, чистый нотный лист. И вам там очень много будет предоставлено листов разных там форматов, разных размеров. Там партитуры какие-то там. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 строчек. Там есть и 10 строчек, 12 и так далее, так далее, так далее. Короче, очень просто. Раз забил в поисковике, оп, распечатал то, что тебе нужно, и прекрасно. Берешь ручку, карандаш и пишешь. И вот в конце этого видео я сделаю так, чтобы люди видели, что написаны ноты, я потом сфотографирую. Вы сможете остановить видео и просто на стоп-кадре посмотреть, где будет написано ноты. Тем более там будет всего-навсего там 2-3 строчки, поэтому будет очень легко просто укрупнить, так сказать, остановить и посмотреть, и выучить это по нотам. Начинаем разбор песни «Ах, как сердцу хочется». Просто за мной повторяйте, и мы эту песню разучим с вами от начала до конца. Там она очень простая по форме. Запев состоит из 4 строчек, и припев состоит из 4 строчек. Но припев, он повторяется как бы после каждого запева, поэтому там ничего сложного такого нет. Я специально буду по несколько раз, давайте по 2 раза повторять 2 строчки, потом еще раз повторяю, потом еще раз 2 строчки, потом их буду объединять. Вот. И таким образом мы с вами выучим эту песню. Просто повторяйте за мной, дорогие друзья, и все будет хорошо. Значит, самое главное, в любой песне, какую бы вы ни учили, самое главное соблюдать это темп. Надо взять медленный темп, чтобы было удобно раскладывать все по полочкам. Итак, даже если есть места, которые вы уже знаете, их все равно нужно исполнять в медленном темпе. Итак, давайте такой темп определим медленный, потому что быстрым потом любой человек может это сыграть. Итак, поехали. Все пути дороженьки, все пути дороженьки. Просто повторяйте. Все пути дороженьки. Снегом запорошила, снегом запорошила, снегом запорошила. Объединяем первую и вторую. Все пути дороженьки снегом запорошила, все пути дороженьки снегом запорошила. И еще раз. Все пути дороженьки снегом запорошила. Переходим дальше к другим строчкам. И скатились саночки. Еще разок. И скатились саночки. И для закрепления. И скатились саночки. Переходим дальше. С горочки скользя, с горочки скользя. И скатились саночки. И скатились саночки. С горочки скользя.
Считай, что мы запев выучили. Итак, сначала. Все пути дороженьки снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Еще раз для закрепления. Все пути дороженьки снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Итак, мы с вами выучили запев. Переходим к припеву. Ах, как сердцу хочется. Еще разок. Ах, как сердцу хочется. Еще разок. Ах, как сердцу хочется. Переходим. Чего-нибудь хорошего. Чего-нибудь хорошего. Объединяем. Ах, как сердцу хочется. Чего-нибудь хорошего. И для закрепления. Ах, как сердцу хочется. Чего-нибудь хорошего. Ах, как сердцу хочется. Чего-нибудь хорошего. Переходим дальше. И душа по праздничку. И душа по праздничку. Для закрепления. И душа по праздничку. Идем дальше. Истомилась вся. Истомилась вся. Объединяем. И душа по праздничку. Истомилась вся. Объединяем. И душа по праздничку. Истомилась вся. Еще раз. И душа по праздничку. Истомилась вся. Припев повторяется дважды, поэтому там все очень просто. Давайте припев еще раз. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Идет повтор. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Ну вот, в принципе, мы разобрали и запев, и припев. Давайте объединим запев с припевом. Итак, в медленном темпе. Все пути дороженьки снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Повторяем. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Ну вот мы и разобрали песню «Ах, как сердцу хочется». Там три куплета. Первый, второй, третий. Припев везде одинаковый. По нотам запев то же самое везде одинаковый. Поэтому, дорогие друзья, просто повторяйте за мной. Перекручивайте эту видеозапись назад. И самое главное для всех песен – надо их учить в медленном темпе и очень четко, как бы под метроном. Потому что, когда ты делаешь под метроном в медленном темпе, то здесь на корочку все это откладывается и получается очень хороший результат. Я с вами делюсь своим многолетним опытом.
Валерий Семин. Все пути дороженьки снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась вся. В ближайшее время, дорогие друзья, я найду все-таки возможность, чтобы другие мои песни, которые тоже люди хотят петь, также разложить по полочкам и вместе с вами выучить на моем YouTube-канале. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего, творческих успехов, вдохновения, мирного неба над головой и всего самого-самого доброго. Навеки ваш, Валера Семин. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Увидимся, пока!